ход идет все. Руки, ноги, удары локтями и коленями, удушающие приемы и борьба. Именно так проходят мастерские соревнования по боевому самбо. Напряженно и зрелищно. Чемпионат посвящается памяти сотрудникам ОМОН «Кречет», погибшим при исполнении своего служебного долга. Так, во время службы из Бурятии погибло 11 сотрудников, 255 бойцов получили ранения. Мы постоянно работаем с членами семей сотрудников погибших. Оказываем всевозможную помощь. У нас, кроме этих соревнований, проводится еще возложение венков к мемориалу. Целый мемориальный комплекс находится на базе ОМОН управления Росгвардии по Республике Бурятия. Имеется дуган, часовня. Такие состязания проводятся уже больше 20 лет. С 2015 года они включены в реестр всероссийских соревнований, а значит, каждому чемпиону, победившему своей весовой категории, присваивается звание мастера спорта России. Соревнования дались не просто. Сильные ребята попались. Но благодаря усиленным тренировкам под руководством Валерия Владимировича Садыкова и Батоса Ренсамбуевича Мукудагарова у нас прошла нормальная тренировка. Подготовились к данному нашему турниру. И думаю, все хорошо выступили. Вот. Уровень высокий, сам турнир организован хорошо. То есть, как я был уже не один раз на чемпионатах России, и то есть уровень высокий. То есть, понравилось соревнование. Организован отлично, на самом высшем уровне. Это же не первый турнир наш, уже 23-й. И я очень рад. Всего в чемпионате приняло участие более 60 бойцов. Вместе с Бурятией это спортсмены из 7 регионов страны. Исполняющий обязанности главы республики Алексей Цыденов лично почтил память погибших и пожелал удачи участникам соревнований. Желаю, чтобы этот турнир прошел достойно. Еще раз напомнил нам о том, как наши бойцы выполняют свой долг, как они защищают безопасность и независимость нашей Родины. Желаю всем удачи и достойных побед. Также он отметил, что в этом году для развития боевого самбо среди детей дополнительно закупит и установит в школах 12 борцовских ковров. Чингис Ачиров, Александр Лупсанов, Открытая Бурятия.